Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре две, наверное, самых популярных и распространенных моделей триммера у нас в России. Это Moser Hro Mini Pro и Moser Li Pro Mini. Наиболее распространенные, наиболее знакомые, если парикмахер хочет себе триммер, то первое, что он вспоминает, это вот Moser. Надо купить Moser. Ну и давайте с вами посмотрим, в чем же разница у этих двух моделей. Итак, во-первых, Hro Mini выпускаются целых в двух цветах. В черном и в белом. И там у нас имеется такая вот хромовая вставка. Так же, как на старшем брате, на машинке для стрижки Moser Chrome Style или Chrome Style Pro. А машинка Li Pro Mini, в свою очередь, повторяет по дизайну машинку для стрижки Moser Li Pro. И выполнена всего в одном цвете. Цвет, ну, металл, я не знаю, под никель, наверное, сделано. Опять же, с хромированной вставочкой кнопки включения. Коробки по размеру одинаковые, само собой отличаются картинкой. И давайте посмотрим, что же у нас в принципе входит в комплектацию. Все это мы доставать не будем, просто посмотрим по упаковке. В комплектации у нас везде входит сама машинка, подставка, зарядное масло, щеточка и насадка. Насадку я вам советую сразу же выкинуть, чтобы не было соблазна использовать ее, поскольку что Hro Mini, что Li Pro Mini, что, в общем-то, 99% других триммеров при попытке стричь с насадкой закусывают волосы. Не надо извращаться над клиентом или над собой, не надо. Для стрижки с насадкой у нас есть машинка. Триммер нужен для того, чтобы делать окантовку, делать рисунки и так далее. Не надо забивать гвозди микроскопом. Hro Mini машинка более древняя, так скажем, она немножко потяжелее, целых 130 грамм. А Moser Li Pro Mini значительно легче на целых 10 грамм, 120 грамм. Разница, ну, на мой взгляд, на нее внимания обращать не стоит. Дальше. Ножи. Ножи при первом рассмотрении кажутся абсолютно одинаковыми, но если посмотреть повнимательнее, то они разные. Они разные по размеру. Нож у Li Pro Mini немножко длиннее. Но это невелика проблема. Да? Главное отличие – это шаг зубьев. Если посмотреть внимательно, то у Li Pro Mini, он справа, шаг зубьев меньше, чем у Hro Mini, он слева. Что это значит? Это значит, что при прочих равных условиях, при одинаково качественной заточке ножей, у нас нож Li Pro Mini будет снимать несколько качественнее. Хотя у обоих ножей заявлена длина среза 0,4 мм. Тем не менее, учитывая более густые зубья, Li Pro Mini будет снимать немножечко чище, немножечко лучше. Дальше, что еще поговорить об отличиях. Моторы здесь стоят одинаковой мощности, тем не менее, Moser Li Pro Mini от одной зарядки аккумулятора может работать 75 минут, Hro Mini может работать 100 минут. И вроде бы это круче, это больше, но Hro Mini заряжается 120 минут, то есть дольше, чем работает Li Pro Mini, заряжается 45 минут. То есть примерно в полтора раза меньше, чем работает. Кроме того, одно из главнейших и наиважнейших отличий этих двух триммеров, то что у Hro Mini у нас отсутствует возможность зарядки от шнура. А Li Pro Mini может заряжаться от шнура и может работать от шнура. Поэтому, если вдруг Hro Mini у вас разрядился в процессе работы, но придется его срочно подзаряжать. Причем подзаряжать только через подставку. Li Pro Mini может заряжаться у нас как на подставке, так и самостоятельно от шнура. Кроме того, он может работать от шнура. И это очень удобно. Кроме того, есть небольшие отличия в подставочках. Отличие в том, что у Li Pro Mini на подставке хранятся масло и кисточка. У Hro Mini
Они будут храниться отдельно, но это абсолютно не проблема, поскольку масло и кисточка обычно одни и на машинку, и на триммер. Итак, что же мы имеем в остатке? Хромини выпускается в двух цветах, стоит существенно дешевле. На сегодня в нашем магазине хромини дешевле примерно в полтора раза, чем липромини, но у него имеется ряд недостатков. Во-первых, у него отсутствует возможность зарядки, но тем не менее это не так страшно, потому что заряжается он довольно быстро и хватает на 100 минут. Это, ну, неделя работы по хорошему счету. Он немножко тяжелее. Работает 100 минут, заряжается 120. Этот чуть полегче. Работает 75 минут, заряжается 45 минут и может работать от провода. Ну, на этом, пожалуй, все. Если будут еще какие-то вопросы по этим машинкам, спрашивайте. Приобрести их можно в нашем магазине. Я думаю, вы без труда найдете ссылки в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал Енот Постригун. Вступайте в нашу группу ВКонтакте Енот Постригун. До скорых встреч. Пока-пока.